Добрый вечер. У нас наша недельная глава, это глава Ваера, Ваера, то есть, да. И она начинается с очень интересных слов, которые мы будем, то есть, обсуждать. Мы читаем, то есть, напомню немножко, что произошло. Моше Рабейну пришел к фараону, фараон, естественно, отказал и наложил на народ Израиля еще большую работу, более тяжкую. И вот Моше, естественно, то есть народ на Моше наехал, и Моше, естественно, пришел к Всевышнему, тоже сказал, что все так нехорошо, и вот что отвечает Всевышний. Но Господь сказал Моше: смотри, я поставил тебя вместо Бога перед Фаро, а Аарона, брат твой, будет твоим пророком. И дальше. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить Фаро, чтобы он отпустил сынов Израиля из земли своей. Но я ожесточу сердце Фаро и умножу знамения мои, чудеса мои в земле египетской. Не послушает вас Фаро, я наложу руку на Египет и выведу... Я не там читаю. Я думаю, что-то странное, это не начало главы. Начнем. И сказал Господь Моше: теперь увидишь ты, что я сделаю с Фаро по действию руки крепкой, и он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моше и сказал ему: я Господь. Я являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову, Богом всемогущим, именем моим привечный открылся им. И поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю кнаанейскую, землю пребывания, в которую они пребывали. Очень тяжело, то есть, что они перевели даже имена, потому что здесь у нас есть очень важная вещь, о ней я хочу говорить. Он говорит: «Вейра эль Авраам, вейли Цхак, вейли Яков, бе эль Шадай». То есть он представился Яков, Аврааму, Цхаку, Якову именем эль Шадай. Они это привели как всемогущим. И именем Хашем, то есть четырехбуквенным именем, то есть Ют, Кей, Вав, Кей, но то, что оно привечное, я не открывался им. И так далее, и так далее. В принципе, снова напоминаю, эти стихи приходят не просто так. Они приходят на базе, скажем так, претензий, которые высказывает Моше Рабейну. В конце предыдущей главы «Влама гареот аля мазе, лама зе шелахтани, ваяцелло и цальта и тамех». Да? Зачем ты сделал зло этому народу, зачем ты меня послал, и спасти ты не спас свой народ. Но кроме всего прочего, кроме ответа, то есть ответ сам, то есть что это за ответ, это отдельная тема, кстати, я про этому урок уже давал, есть на Ютубе, я не помню, то ли в глубоко недельной главе или в секретах недельной главы, там есть, я уже раз занимаюсь этими стихами, что это за ответ и так далее, но здесь я хочу говорить об этих именах, потому что здесь, кроме всего этого ответа, есть две интересные вещи. Здесь происходит обновление проявления Всевышнего в этом мире. До этого, как сам Всевышний говорит, он появлялся перед праотцами, Бе-эль-Шадай. То есть, да, это то, то есть так он раскрывался в такой сущности. А теперь он раскрывается по-другому. Он уже сказал Моше Рабейну тогда, возле несгорающего куста, напомню, когда он спросил, а когда я спросил его имени, как тебя зовут, то есть он сказал Е, то есть, да, Ашер Е. То есть, да, это, в принципе, составляющая вот этого вот имени Юд Кей Вав Кей, то есть четырехбуквенного имени Всевышнего, то есть обозначающий это не привечное, а, скорее всего, всесущное, то есть, да, во всех ипостасях существования, то есть, да, в прошлом, будущем, настоящем и вообще-то, да. Но не знаю, сколько, то есть, потому что это Хавая, это суть также. Вот. И это другое, и здесь он тоже повторяет, что раскрытие перед народом Израиля, он в другой сущности, то есть в другим именем, имени Хавая. В чем смысл разницы между этими двумя? Объясняет Рамбан, здесь на эти стихи. Рамбан говорит очень интересную вещь. Я давайте. «Виняна готов генераля вот там, бешима зэгу минацех мархот шамай, ласот имам несим гдолим, шуни готэм минагаула». Он говорит, что это имя, то есть Эль-Шадай, что имеется в виду, что он показал, то есть раскрылся перед отца, праотцами, что он, скажем так, дирижер всех систем, то есть небесных, и делает с ними огромные чудеса, у которых не отменяется обычное на земле. Имеется в виду, что чудеса, огромные чудеса, которые делает Всевышний, они идут природным путем. То есть Всевышний как бы дирижирует всей системой мироздания, всеми природными явлениями, делает огромные чудеса, не изменяя
их законы. То есть, в принципе, то, что говорит Рамбан другими словами. Берав падал там, мимал бемельхами дефер. То есть, в голоде спас их от смерти, а во время войны от меча. То есть, да, то есть, как бы такие вот, не нарушая законов природы. Им ошир, выхавот, выхоль, тува, и дав им, то есть богатство и почет и так далее, все что, то есть хорошее. То есть все эти предназначения, которые описываются в благословениях проклятиях, которые еще будут в будущем. То есть в принципе то, что это имя Эль-Шадай. Говорит, вегине амара и луким ли Моше. И вот говорит, то есть Бог Моше, говорит Рамбан. Не рети ля вот бы кох. Яди ашер они шодет бомазалот возле пхри. То есть, да, я появился, то есть, скажем так, силой моей руки, то есть, когда я, то есть, это, то есть, забираю у, скажем так, у звезд и у, да, ну, звезд вместо мазалот, которые как бы влияют, то есть, астрологии определенной, и помогаю на избранных мне. Да, все равно все идет в природе. А вальбишмишель юдхей, то есть, да, оно имени Юдгей, ашер бония коль хагове лонодату. Говорит, ну, именем, то есть Юдгей вавкей, которым, то есть, зарождается все творение, я не раскрылся. Лонодаты лэгэм левро лэм хадашот бешуну от лонодату. То есть, создавать им вещи, то есть, изменяя, то есть, их процессы в природе. То есть, потому что это же имя творящее, то есть, в принципе, которое творит. Оно может изменить, оно может создавать что угодно из ничего. То есть, полностью может изменить все законы природы и так далее. Поэтому скажи народу Израиля, что я Господь именем, то есть, четырехбуквенным именем. То есть, да, и сообщи им в следующий раз. Мое великое имя, ибо этим именем я буду делать чудеса. И будут знать, что Всевышний, то есть, делает все. Что Рамбан объясняет? Рамбан объясняет очень важную вещь. То есть, да, Рамбан вообще, то есть, его подход, что все произошло, то есть, все происходило чудесным путем и так далее. Но есть, скажем так, чудеса, они в основном скрыты. И это имя Эль-Шадай. То есть, это так раскрывался Всевышний праотцам. Но имя Гавая, то есть имя, то есть Всевышнего, то есть Юд-Кей Вав-Кей, четырехбуквенное имя, это имя, которое показывает, то, скажем так, вмешание Всевышнего на чудесном раскрытом уровне. То есть когда чудеса раскрыты и явны, а не скрыты в природном течении. Таким образом, кстати, все обещания, которые Всевышний обещал праотцам, они какие? Они все предназначения, которым предназначает им. То есть, в принципе, что поняли праотцы? Праотцы поняли, что им нужно пройти определенные процессы. Он говорит, то есть, есть процессы, которые им нужно пройти, и они должны принять в них участие полностью, от начала до конца. Таким образом, из-за этого они никогда не приходили с жалобами Всевышнего. Они знали, что им нужно работать, что им нужно, то есть, это, вкладывать свои усилия, и жалоб не было. Так и говорят наши мудрецы, то есть наши мудрецы в Мидраше. Есть Мидраш, который объясняет, говорит, то есть это, ваэра, то есть снова, видите, ваэра, кстати, повторяется, почему название, то есть недельной главы. Эль Авраам, эль Ицхак, эль Яаков, бе эль Шадай, вишми ашем лонудати, то есть тоже у нас. То есть, да, я раскрыл, то есть есть глава ваэра в книге Берешит. Там ее немножко там есть разные, то есть никудим, то есть это огласовки, но похоже. Нужно правильно из-за этих согласов правильно говорить слово, это разные слова. Так вот, что имеется в виду этот стих? Говорят наши мудрецы. Сказал ему Всевышний, кому ему? Моше. Хаваль аль деавдин вело миштахтин харубе. То есть, да, ой, как тяжело называется от тех, кто потерян и не забывается. Кстати, так говорят, когда уходят великие люди, то есть серьезно, то есть хорошие люди, которые много влияли, они умирают, говорят, хаваль де авдин велоништахмиштахин, то есть, да. Вот, он говорит, кама памим неглат эл Авраам, цек Яаков бе эл Шадай, вело отдати лэм шем ашем, бе кешем шамарти леха, вело ирох эрэм идотай. Говорит, сколько раз я раскрывался Аврааму, цеку Яакову своим именем эл Шадай, а не вот этим, а своим особым временем, и никогда в жизни они ничего, то есть это, плохого обо мне не думали и так далее. Мы снова, ответ на претензии. Я сказал Аврааму, давайте я буду сразу переводить, потому что немножко длинно. Я сказал Аврааму, то есть встань и пройди по земле передо мной в длину и
в толщину, то есть это в ширину, ибо тебе ее отдам. Захотел, то есть попросил место похоронить свою, то есть Сару, и не нашел, пока не купил ее за большие деньги. За 400 мер серебра, то есть, да. И он логер гера хармидотай, то есть, да, и у него не было никаких вопросов к моему, то есть, почему я так делал. Я сказал Исхаку, гур бе эрец азот, живи в этой земле. Или хаули зарахайтем, ит коль гарацот гаэль, то есть, да, ибо тебе и твоему потомству я дам эту землю, и, то есть, эти земли. Захотел он пить воду, то есть захотел воды, и не нашел. Как сказано в Яриву Раиграр им Раэйцхак, Леймор Лану Амай. То есть был спор между пастухами Ицхака, пастухами Грара по поводу воды. Велоги Рейрахар Мидутай. То есть да, и он никогда меня ни в чем плохом, то есть скажем так, с претензиями не приходил. Почему так делал? Я сказал, Яков, Гаарец, Ашерата Шухева Лели Хайтне, земля, на которой ты лежишь, я и тебе ее отдам. Захотел поставить свой шатер и не нашел. Пока не купил за сотню, то есть и так далее. И не было у него ко мне, то есть, никаких, то есть, претензий и так далее. Почему делал так или по-другому? Я никогда в жизни не спрашивал, как меня зовут. То есть какое у меня имя. Как ты меня спросил? А ты в начале своего, то есть, пути спросил меня, как зовут. Машим Хавлев Софа Марта. И в конце ты сказал, с того момента, как я пришел к фараону, говорить от твоего имени, только хуже стало этому народу. И об этом сказано, и там, и так далее. То есть про них тоже сказано, про народ. Я установлю твой завет, дать им землю к Наанейску и так далее. То есть, что он должен сказать, то есть, да, что я дам землю, то есть нечего за мной, то есть это. Окей, что имеется в виду? Всевышний ожидает от человека очень простую вещь. Он ожидает от человека участия и прикладывания усилий для того, чтобы достичь того, что Всевышний обещает. Даже здесь, когда Всевышний раскрывается именем Гавая, то есть именем Юд Кей Вав Кей, то есть, да, четырехбуквенное имя, которое раскрывает именно систему, что можно изменить, то есть, ход природы и так далее, законы физики, все на свете, это то, что произойдет с некоторыми из казней египетских, которые будут явно не по природе, а развержение Красного моря, то есть моря, то есть не Красного моря, Красного моря неправильно, моря Суф, правильный перевод вообще. Там еще вообще речь о море вообще, или озеро было, но неважно, это другая тема. Это тоже против природы и так далее, и так далее, и так далее. Даже в этом здесь требуется, то есть, да, пройти процесс. То есть, и в принципе... Здесь тоже люди должны прикладывать усилия, пройти процесс и так далее. Но что есть правило? Всевышний не дает никаких подарков с небес. Это нужно запомнить. Без того, чтобы человек сделал что-то тоже. Не будет никогда никаких подарков ниоткуда, без того, чтобы человек не приложил свои усилия. Человек ожидает человеческих усилий, человеческого участия. Если человек участвует, он прикладывает силы, он получает. То, что он предназначен, то, что он просит, и так далее, и так далее. И таким образом, человек, живущий в реальности, в которой происходят всевозможные происходят процессы сложные, и так далее, обязан быть частью этих процессов, ибо через это все Всевышний управляет своим миром. Так это работает. И это во всем. Смотрите, Тора, когда была, давалась, произошло 10 изречений. Почему не одно? Более того, когда мир был сотворен, он был сотворен 10 изречениями, уже было одним. Что все эти вещи обозначают? 6 дней творения, нельзя было за один справиться. Что это все говорит? Это говорит, что есть процесс. Обязаны быть процессы. А не сразу с Бенгидомарму. Да, тут на видите, говорят, ударил, все.
Есть процессы, есть этапы, есть, и все это должно работать так, человек должен быть частью из этого. То есть, в принципе, даже эти 6 дней творения показывают вопрос про то есть, мы не скажем 2-4 часа, 2 часа, это процесс точно. Это какой-то процесс, который происходил, он должен был произойти. Кстати, это то, что говорят наши мудрецы в трактате Авот. Сказано в Мишне «Баасара мамарот неврага улам ма талмуд лумар». То есть, да, говорит, 10 изречениями был создан мир. Кстати, что за изречение? Вот эти вьемер, вьемер, вьемер. 10 раз повторяется. Можно было за один. Почему это сделано? Эла ли фроми на рашаим, ши ма абдим это улам, ши не враба сарамарот, вылетен сахар на цариким, ши ма камим это улам, ши не враба сарат маамарот. Для того, чтобы... Для чего это было сделано? Для того, чтобы дать по голове злодеям, которые уничтожают мир, который был создан 10 изречениями, и дать плату праведникам, которые укрепляют и развивают мир, который был создан 10 изречениями. Таким образом, выходит, так как и обещания про отца не освобождали их от обязанности работать и так далее, и делать всевозможные вещи, и прикладывать свои усилия и так далее, также и обещание Всевышнего народу Израиля и перед фараоном и так далее, что он выведет из земли Израиля и так далее, и даже с большими чудесами, даже при раскрытии имени Гавая, Юткей, Вавкей и так далее, и так далее, не освобождает ни на минуточку их от участия и работы и от процессов, которые должны пройти. Причем это будет работа через лидерство, которое Муше и Аарона, которое находится, то есть на них была возложена задача и так далее. Все должно работать. Это, в принципе, кстати, причина, почему, то есть изначально наша глава начинается «Искал Господь Муше, теперь увидишь то, что я сделал с Паро, подействую руки крепко, поступил под действие и так далее, и так далее». Я говорю Муше, и то, что он сразу говорит и про Аарона, и про Муше, то есть, да, он, то есть к ним относится. То есть, ну, это уже дальше, то, что мы читаем. Окей. Кстати, это происходит дальше, в нескольких местах. То есть, что Всевышний требует от народа Израиля для того, чтобы вывести из Египта, чтобы они участвовали, прикладывали усилия. Взять ягнеца, зарезать его, намазать, сделать Леля Седер этот в Египте. А с чудом развержения моря, что сказал Всевышнему на Моше Рабейну, что произошло что-то? Ничего не происходило. Он сказал ему, чего ты это кричишь и так далее. Дабер эль бней Исраэль вейсау. Говори с народом Израиля, пусть идут. Куда идут? В море идут. И мы знаем Мидраш, который скажет, что нашел Бен-Адав, зашел, начал идти, и море разверглось. Когда человек сделал действие, море чудо сработало. Причем чудо, которое изменяет мир, это законы природы. Таким образом, нужно понимать, человеческое приложение усилий, человеческое участие является краеугольным камнем в связи между человеком и Богом, в связи между человеком и Богом в служении Всевышнему, к работе Всевышнему, получению от Всевышнего того, другого, третьего, четвертого, пятого, десятого и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом, это то, что говорит Тор. И это абсолютная противоположность тому, что происходит в наши дни, как наши дни люди думают. Что очень многие думают, что нужно быть пассивными и ожидать, когда от Всевышнего что-то с неба упадет. У меня, кстати, вопрос был. Кстати, да, он один из, почему подбил меня поговорить именно об этой теме, который пришел в респонсах по поводу женщины, которая меня спросила, что у нее там знакомая, она говорит, что она не будет прививки делать, а будет ждать, что Всевышний защитит и так далее. Можно ли такое? Во-первых, это нельзя делать. Во-вторых, мы то, что выучим, это показывает. Подход, то есть я буду пассивным, я ничего не буду делать, ни в чем, а Всевышний все сам даст. Это не подход Торы. Это не то, что показывает Всевышний. Даже когда он обещает, открывается именем Гавая,
то есть откровенных, то есть явных чудес, даже здесь он требует участия и приложения усилий. И причем это в двух вещах. Это как, скажем так, в аспекте и общественном, то есть называется мишор цибури, назовем это, и в частном. Допустим, цибури. Например, отношение к сионизму. Возьмем отношение к сионизму сейчас, раньше и так далее, в ожидании то, что называется избавление. Есть подход пассивный, есть активный. Пассивный подход, что говорим, будем сидеть, ждать, придет Машиах, храм с неба упадет, и опа, и мы уже в избавлении. Так не работает. Это ошибка. Даже Раши, даже если мы возьмем подход Раши, во-первых, есть спор, спустя храм с неба или его надо будет строить. Даже возьмем подход Раши, что храм спустится с неба. Даже при этом нигде не сказано, что не нужно готовить почву для всего этого. Понятно, что нужно много-много работы и до этого. То есть всевозможные, то есть нужно хотеть Иерусалим, хотеть храм. Нужно подготавливаться к этому, нужно требовать и реализовать понятие ацдака умишпа, правосудие, справедливость, улучшать общество, то есть да, хорошее и так далее. Нужно делать вещи, которые готовят платформу к спуску храма и проявлению раскрытия Всевышнего, потому что написано «Сион бы мишпат тифадевич», «Бецдака», то есть, да, «Сион будет скуплен судом», и ее, то есть, ее плен и так далее, с помощью милосердия, то есть, «Цдаки», то есть, нужно какие-то действия делать. Без этих действий ничего не будет. То есть, пассивно вполне подходит. Это с точки зрения, то есть, общественного и так далее. Поэтому невозможно сидеть, ждать, ничего не делать по заграницам или так далее. И оно с неба упадет, ничего с неба не упадет. Ты будешь ждать до бесконечности. Это подход Вавилонского гаона. Нужно действовать. Даже если мы скажем, что храм в конце концов спустится с неба, это не значит, что нужно готовить ему почву, чтобы Всевышний начал к нам двигаться. Нужно снизу. Работать будет сверху. Теперь по поводу того, что называется на личном уровне. Что на уличном уровне? Сегодня в основном из-за переворота технологий и особенно доступности информации люди начали искать то, что называется короткие пути в любой области. Во всем. Допустим, раньше для того, чтобы, скажем так, иметь возможность справляться с разными вызовами, скажем, жизни, реальности и так далее, у человека требовались огромных вкладов физического и интеллектуального. Нужно было учиться и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня люди хотят получить все, не делая ничего. То есть и без того, чтобы вкладывать, я приведу пример, то есть, да, тоже недавний в этом, то есть мне очень, меня в последнее время это очень злит, то есть поэтому я отвечаю очень, может быть, агрессивно в Фейсбуке и так далее. Когда приходят люди, которые ничего не понимают в галахе, и начинают обсуждать галахические вещи. Да еще говорят, что они что-то там пришли какими-то выводами. На фоне, причем, то есть, каким-то выводом, то есть, причем они пытаются, говорят, что вот раввины просто их запрещают, это политика и так далее, то есть, и что раввины там не понимают в этом, не понимают в том, там речь идет, то есть, постоянно, то есть, неважно, то есть, хотят разрешить некоторые электроприборы, чтобы их можно было делать в шаббат. То есть, и пренебрежение и так далее. Причем, говорит, мы поговорили, мы объяснили, мы решили пренебрежение, то есть, раввины не знают, знают. Не понимая ничего в галахе. Они прочитали. Прочитали там, прочитали сям. И когда ты пытаешься сказать, то есть для того, чтобы понять, чтобы объяснить, без связи с тем, что галаха – это не физика. То есть то, что расскажешь, физика – это все замечательно. Но понятие огня в галахе – это не понятие огня в физике. Понятие порождения новой цепи – это не понятие физическое, которое, то есть физика. Оно, да, зависит от понятия физики. Поэтому то есть нужно раввину, чтобы объяснял инженер, как это работает и так далее. Но на определенном этапе инженер заканчивается. И можно, то есть вроде одна вещь работает похожа на другую с точки зрения электроимпульсов и так далее, но одно будет запрещено, другое разрешено абсолютно по другим вещам. И у меня даже сил нет объяснять, потому что я говорю, для того, чтобы объяснить и начать вообще разговаривать, мне нужно
не знаю, провести, наверное, полугодовой курс введения глобально в галаху, в псика. Кстати, более того, масоры, понятие традиции. Даже если ты мне придешь с Ильяу Нави и скажешь, что то, что было постановлено неправильной информацией, это уже не вырубишь топором, потому что есть такое в галахе понятие традиция. И если традиция иткаба, то лота сурья минус смоль, даже если, как говорит Раши, даже если они ошиблись. Все, приехали. Как говорил когда-то Мурива Рабирова Металь, человек, который был очень открыт, очень был, то есть это, он говорит то, что иногда, то есть бывает, он говорит, он не понимает, допустим, всякие изучения академические, всяких там, то есть кто это, то есть Талмуде, говорит, вот, говорит, выяснилось, что академически это был не Раби Меир, а был это и так далее, говорит, и что? То есть, а галаха обычно не как Раби Меир, а в этом случае это было перепутали. Так что мы всю галаху поменяем? Нет, конечно! Это традиция, это иткаба, это все, потому что в галахе не только работает такая система, работает традиция. И традиция превращается в закон. По этой причине то, что новое что-то приносит, ничего не поможет. И для того, чтобы начать вообще начать клалей псика разрабатывать, когда понимаю, то есть если у меня это работает кидерех мелахто, то есть так это его работа, даже ты мне будешь доказывать с пеной у рта, что с точки зрения физики это вот так это не надо, как оно выглядит, это меня интересует, а не как оно работает внутри. И это нужно все объяснять. И люди не готовы, они думают, что они все знают. Люди не готовы идти учиться, люди не готовы вкладывать это. Кстати, то же самое происходит и с, я говорю, это я с равенства, но я могу сказать в обратную сторону. Люди перед тем, как высказать свое мнение, я пытаюсь очень сильно не высказывать свое мнение в тех областях, которые вообще ничего не знают. Я иногда высказываю свое мнение в областях, которые я знаю довольно, то есть хотя бы на 80%, и там ошибаюсь иногда. Псадр бывает нормально. Нет, если человек не ошибается, значит он не человек. Но когда человек знает на 5%, а иногда и меньше, начинает высказывать свое мнение с прививками, с медициной и так далее, это ужас. И люди не готовы, знаешь, ты хочешь туда или нет? Возьми, нет! То есть не то, что баба Маня написала в Фейсбуке, а возьми исследование, вложи дикое количество времени, интеллектуальных усилий, потому что, дорогой, эти исследования в основном написаны на английском. И придется читаться английский, а ты иногда английский плохо знаешь, значит, нужно же это работать. Это огромное усилие. Или хотя бы приложи усилия, найди профессора, который тебе сядет и объяснит на пальцах, если захочет, если у него время на это будет. Но люди не хотят. И это проблема. Люди, то есть нет участия, нет приложения усилий. И есть, во всяком случае, два аспекта в мире, которые нужно понимать, в которых нет понятия кицура и дерех. Кстати, то же самое, то есть это люди, которые хотят быстрой духовности. А мы кабалу учим. И так далее. Есть две вещи, которые никогда не будет короткой дороги и легкого пути. Это называется киньяна Тора и киньяна Будаташа. То есть приобретение Торы, чтобы приобретение Торы, чтобы Тора стала твоей частью, чтобы ты ее выучил, чтобы ты ее знал и так далее. И навыков. И навыков, и возможностей, и умения служить Всевышнему. Это не дается никакой коротким путем. Только тяжелой работой. Только тяжелым участием. Только когда, то называется, как сказали наши мудрецы, простую вещь, игата вымацата таамин. Ты приложил усилия и нашел, верь. Ло ягата вымацата альтамин. То есть, если ты не приложил усилия и нашел, не верь. То есть, это в ложь. Это обман. То же самое им ягата вымацата альтамин. То есть, если ты приложил много усилий, ничего не нашел, тоже не верь. Это неправильно. Такого не может быть. То есть, если ты прикладывал усилия и нашел это оно. Только так это работает. Человек должен вкладывать усилия. Интеллектуальные. Когда надо физически. Любые для того, чтобы по-настоящему раскрыть глубокий и богатый мир служения Всевышнего понимания Тора. Нет коротких путей. Это то, что Всевышний говорит. Человек должен пройти процесс. Таким образом, по-настоящему обязанность человеческого усилий
во всех областях деятельности и жизни постоянно нужны. Причем вместе с этим уметь то, что называется, было карататов. То есть, чтобы человек был благодарен. Благодарен и не только благодарен Всевышнему, но и склонялся перед желанием Всевышнего. А не считал, что он пуп земли. И это, в принципе, скажем так, фундамент творения человека, творения общего мира и так далее. То, что сказано «Ашер бара илуким ла асот». То есть создал Всевышний делать. И, в принципе, это лежит в базисе народа, который потом выйдет, они должны сейчас вкладывать в Египте, то есть мы вернемся назад в нашей недельной главе, вкладывать в Египте, участвовать и так далее, потому что они басов придут куда? «Витавдун это илуким аль-гагар азе». И будут служить, работать, служить Всевышнему на этой горе. Нужно пройти процесс, чтобы служить Всевышнему. Это не дается бесплатно. Это не дается легко. Не бывает такого, что я всего вчера был такой, называется, сегодня я послушал пару уроков Кабалы, называется, научился бросаться терминами, и я такой великий духов. Не бывает такого, что человек начал молиться и молится, это, и у него сразу же великий каванот. И что у него не будет падений, что он не будет чувствовать, что он стоит перед пустотой какой-то, вообще ничего не происходит. Конечно, будет. И это нормально. Потому что тяжелая работа. Без участия, без тяжелой работы. Энкиньянтора, в энкиньяна будут отвечать. Нет, то есть приобретения ни Торы, ни служения Всевышнего. Безрат Ашем, что мы удостоились того, чтобы поняли, во-первых, эту идею, эту вещь, и поняли, что во всем, если ты хочешь действительно чего-то добиться, а тем более в этих вещах связано с духовностью, с приближением Всевышнего, нужно много-много от себя давать и вкладывать усилия. В конце концов, Всевышний тогда откроется назад, естественно, начертает и даст реализовать предназначение этого человека. Не всегда будет легко. А кто обещал легкий путь? Никто. Зато главное, чтобы он был правильный. Так, на этом мы сегодня закончим урок. Всего хорошего, до новых встреч. Всех, кто слушал записи, всего хорошего.